А это что? 300 рублей за телячью вырезку. Но ты не готовила мне вырезку? Кто ее съел? Почему ты даешь барону телячью вырезку, а мне ливерную колбасу? Почему ты не даешь ее барону? Потому что у него от ливерной колбасы воняет из пасти. А у тебя это наследственное. Гуччи флип-флопс, фэки, хитчи, бичи, массаж. Ты собираешься.